Здравствуйте, вы смотрите программу «В центре политика». Гость в нашей студии, руководитель департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот буквально за последний месяц мы приняли делегации в Венгрии, Финляндии, Великобритании. Вот хочется спросить, как в условиях санкций удается поддерживать отношения с отдельно взятыми европейскими странами? Вы знаете, на самом деле никакие санкции нам не могут повредить развитию наших отношений с другими странами. И, честно говоря, вот лично я не особо их ощущаю. Да, есть определенные ограничения, их, наверное, чувствуют люди, которые работают в сфере бизнеса, компании, в какой-то ее части, которая касается. Но в любом случае, вы абсолютно правильно сказали, только за последнее время Нижний Новгород и регион наш посетили огромные, даже не просто послы там, иностранных государств, целые бизнес-миссии. То есть приехал посол Дании, привез 30 человек, представителей различных датских компаний. Был с визитом посол Финляндии, привозил делегацию руководителей судостроительных компаний. То есть посол Мальты тоже приезжал с бизнесменами, обсуждали вопросы сотрудничества. То есть все эти вышеперечисленные страны – это члены Европейского Союза. Понятно, что, как мы говорим, есть чуть ограничения там различные, но у нас абсолютно нет ограничений по сотрудничеству в сфере образования, культуры, туризма и так далее. То есть эти сферы интересны, и сами бизнесмены, которые приезжают в составе делегации, говорят, нам интересен Нижегородский регион, мы очень про него много знаем и хотели бы сотрудничать. И они находят те ниши, которые не касаются этих санкций, и совершенно спокойно работают. Но с какими проблемами все-таки приходится сталкиваться? Вы знаете, проблемы на самом деле как таковых вот лично я не ощущаю при взаимодействии. Единственная проблемы исчезают именно тогда, когда люди чувствуют взаимный интерес. Когда люди интересны друг другу, они находят партнерские отношения, обе стороны, да, и зарубежные предприниматели приезжают, и когда наша есть заинтересованность, на самом деле все барьеры межкультурные, все исчезают, и у людей во главе угла это интерес, это деловое сотрудничество и так далее, и так далее. А кто вот в первом ряду партнеров и друзей в Нижегородской области сегодня? Вы знаете, ну если говорить о первых партнерах, конечно, хотелось бы выделить, это Республика Беларусь, поскольку у нас есть такой очень постоянно действующий рабочий орган в виде Совета делового сотрудничества Нижегородской области Республики Беларусь. Как вы знаете, не так давно состоялся визит губернатора Нижегородской области, его принимал президент Лукашенко, обсуждался, уже проводился 15-е юбилейное заседание Совета делового сотрудничества. Вторую страну, которую я бы могла выделить, это Китайская Народная Республика. В этом плане у нас с этой страной есть интересные формы взаимодействия, которые, кстати, уникальны для России и для Китая. Есть рабочий такой орган, совместное заседание проводится в формате Волга-Янзы. То есть все регионы Приволжского федерального округа сотрудничают с регионами верхнего и среднего течения реки Янзы китайской. То есть аналогичный большой регион уже только в Китайской Народной Республике. И здесь у нас уже в рамках нашего совместного заседания обсуждаются конкретные предметные наши сотрудничества в различных областях. Ну и если взять вот тройку, третий регион и третью страну, которую я хотела выделить, это, конечно же, Финляндия. У нас тоже работает совместная рабочая группа, в рамках которой мы тоже обсуждаем уже конкретные пути взаимодействия, что мы делаем. Кстати, Финляндия, да, члены Европейского Союза, тем не менее у нас прекрасное взаимодействие, очень хороший товарооборот и сотрудничество на высоком уровне осуществляется. А если отвечать на вопрос обывателя, а мне-то что от этих международных отношений? Вот нижегородцам. Да, вы знаете, на самом деле международные отношения – это прекрасно. Это всегда сопровождается любой визит представители иностранных государств, ну вот недавно даже буквально у нас прошел замечательный в городе праздник, в котором приняли участие очень многие люди, это Дни Венгрии, да, проходили. В этом году, также я им говорила, там и Дни Эстонии будут, Дни культуры. Народ уже ждет, и, например, там приезжают определенные труппы или балетные коллективы, да, там как балет Дьор, уже в городе ожидания есть, и спрашивают, где можно взять билетик, купить, да. Есть у нас замечательные ниши, которые свободны от любых санкций, это сотрудничество
сотрудничество на уровне образования. Более быстро заключаются соглашения там, о сотрудничестве между вузами, благодаря чему сейчас лингвистический университет может там, похвастаться и похвалиться многими зарубежными центрами, которые расположены на его территории. И это здорово. То есть признаются сейчас уже наши дипломы о высшем образовании за рубежом. То же самое. У нас в настоящее время в Нижегородской области обучается более 3000 иностранных студентов. Ольга Юрьевна, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы, за интересный разговор. Удачи вам. Взаимно спасибо вам большое за приглашение. А прямо сейчас я предлагаю посмотреть, как изменился за неделю рейтинг политических лидеров и неудачников ОПН Нижний Новгород. Политические лидеры недели. Третье место – Александр Курдюмов, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Проверил благоустройство советского района Нижнего Новгорода. Не каждый депутат Госдумы способен ночью вместе с главой районной администрации ходить по улицам и дворам, ощупывая спилы деревьев и разглядывая, убран ли мусор. Второе место – Владислав Егоров, секретарь Нижегородского регионального отделения партии КПРФ. КПРФ первой из парламентских партий представила своих кандидатов на довыборы в городскую думу Нижнего Новгорода. Причем кандидаты таковы, что к числу статистов их никак не отнесешь. Первое место – Елизавета Солонченко, глава города Нижнего Новгорода. Демонстрирует качество настоящего политика, не только провозгласив идеи по укреплению связи органов МСУ с гражданским обществом, но и приступив к реализации проекта по формированию общественной палаты Нижнего Новгорода. Политические неудачники недели. Третье место – Сергей Кучин, министр информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области. Заявил, что в 2021 году нижегородский IT-кластер должен войти в тройку ведущих. Видимо, министр давно не видел, что в нижегородском IT-кластере единственный значительный резидент – Сбербанк. Второе место – Роман Антонов, заместитель губернатора Нижегородской области. Скандал, разгоревшийся не так давно вокруг выборов мэра Арзамаса, никак не утихнет и вспыхивает раз за разом с новой силой. Бывший замглавы города Александр Камаев обратился в суд с обжалованием процедуры выборов главы города. Первое место – Андрей Виноградов, председатель Нижегородского регионального отделения партии «Яблоко». «Яблоко» выдвинул своих кандидатов на довыборы, но это практически совершенно неизвестные люди. Вы смотрели программу «В центре политика». Спасибо за внимание и до встречи через неделю.